В Казахстане планируют построить региональный дата-хаб. Согласно национальному проекту, он сможет обрабатывать 8% транзитных данных от общего трафика Азия и Европа. На эти цели планируется направить порядка 153 миллиардов тенге частных инвестиций. Кроме того, намерены выделить средства и для защиты персональных данных. В рамках создания дата-центра прокладываются транскаспийские волоконно-оптические линии связи. Их введут в эксплуатацию в декабре 2025 года. Основная подводная линия будет протягиваться от Актау до Сиазаня, резервный от Курыка до Бузнова. Предварительная стоимость проекта составляет 40 миллионов долларов. Оптические линии связи, волоконно-оптические линии связи. Здесь дата-центр, центр обработки данных и линии, и волоконно-оптические линии связи имеют тесную связь, потому что большинство услуг будут оказываться в онлайн-режиме. В то же время даже офлайн-обработка данных будет производиться в высокой стабильности. Поэтому обрабатываемые данные должны передаваться с минимальной задержкой и с максимальным сохранением качества данных и целостности данных. В связи с этим высокоскоростная магистраль связи очень важна.